Всем большой привет, меня зовут Таня, добро пожаловать. Сегодня будет видео о моем актуальном на данный момент вечернем уходе за кожей лица. Это одна из самых, мне кажется, запрашиваемых тем на моем канале. Очень много запросов про мой вечерний уход, про мой утренний уход, поэтому сегодня покажу, что, как, в какой последовательности я использую. На самом деле, большинство из тех средств, о которых я сегодня буду говорить, я вам уже показывала ранее в тех или иных видео, но сегодня, в общем, все будет объединено в один ролик, и пошагово покажу свой вечерний уход. Если вам, кстати, интересно посмотреть про мой утренний уход, дайте мне об этом знать в комментариях. Я решила все в одно видео не объединять, потому что мне кажется, что тогда будет очень затянуто. Если я буду в одном видео и про утро, и про вечер говорить, я вас просто-напросто запутаю. Поэтому, если хотите про утренний уход, дайте мне знать об этом в комментариях. Давайте будем начинать. Мой вечерний уход начинается с демакияжа, если, конечно, у меня в этот день был на лице макияж. Если макияжа не было, то этап с демакияжем я, естественно, пропускаю. А сегодня будем говорить об уходе, когда у меня был макияж на лице. И первое, что я делаю, это удаляю макияж с глаз. Я люблю стирать макияж с глаз мицеллярной водичкой. У меня сейчас заканчивается мицеллярная вода от бренда Dove. Я эту мицеллярную водичку очень люблю. Она бюджетная, она нежная, она деликатная, не раздражает мне совершенно глаза. И при этом очень хорошо растворяет и тушь, и подводку, и тени. Не приходится как-то долго и тщательно тереть глаза, чтобы полностью убрать макияж. Классная, бюджетная, очень ее люблю и точно буду ее повторять. Если у меня к вечеру осталась помада на губах, то я также ее убираю мицеллярной водичкой. Следующее, что я делаю, это снимаю макияж уже с кожи лица. Для этих целей я люблю использовать гидрофильное масло, потому что гидрофильное масло, на мой взгляд, гораздо глубже и лучше очищает кожу от макияжа, чем любая мицеллярная вода. Поэтому для кожи лица я люблю именно гидрофильное масло использовать. У меня сейчас в ходу маслице от Stellary. Я тоже уже много раз вам о нем рассказывала, много раз советовала. Очень крутое, бюджетное гидрофильное масло. У меня уже такая битая просто упаковка. У меня отвалился здесь дозатор, отваливается этикетка. Дозатор у меня отвалился, кстати, не из-за того, что он как-то там плохо сделан был, а из-за того, что я много раз это масло роняла, и, в общем, при очередном ударе оно не выдержало, и дозатор у меня отвалился. Но, несмотря даже на то, что у меня отвалился дозатор, я все равно им продолжаю пользоваться, потому что продукт мне нравится. Я просто откручиваю вот эту штучку и выливаю его на ладошки. Этикетка отваливаться стала из-за того, что весь пузырек уже масляный. Ну, в общем, у меня это масло уже заканчивается, тут прямо уже на донышке осталось его. Очень классное, бюджетное гидрофильное маслице, могу в очередной раз вам его порекомендовать. Как пользоваться гидрофильным маслом? Наносим его на сухую кожу, прям поверх макияжа, и в течение минутки хотя бы массируем масло на лице, для того, чтобы как следует растворить макияж. Я особое внимание уделяю своей Т-зоне, тем местам, где у меня есть расширенные поры и черные точки, чтобы как следует растворить макияж именно в этих местах. Потом добавляю на ладошки немного водички и еще пару секунд массирую лицо уже влажными ладошками. Масло начинает эмульгироваться, превращается под воздействием воды в нежное белое молочко. Еще секундочек 5-10 массирую и далее смываю гидрофильное масло просто водой. Но на этом мое очищение, конечно, не заканчивается. Гидрофильное масло и мицеллярную воду обязательно нужно смывать с лица средствами для умывания. Это лишь продукты для демакияжа. Это не самостоятельное очищение кожи. Обязательно после снятия макияжа еще умываюсь. Но прежде чем я перейду к умыванию, у меня тут несколько есть продуктов для вечернего использования, я хочу вам напомнить про акцию от Rigel, про очень крутую, выгодную акцию от Rigel. Rigel — это отбеливающие полоски для зубов. Я вам уже тоже о них рассказывала несколько раз. Это необычные отбеливающие полоски. Они растворяются в ротовой полости под воздействием слюны в течение 10-15 минут после наклеивания и превращаются в активный гель, который убирает налет зубов, убивает болезнетворные бактерии и осветляет эмаль зубов. Я пользуюсь этими полосками, даже несмотря на то, что у меня сейчас стоят брекеты. Эти полоски можно использовать с брекетами.
системой для того, чтобы поддержать белизну своих зубов, когда установлены брекеты, гигиена полости рта очень сильно затрудняется, даже несмотря на использование ирригатора, всяких щеточек, ёршиков, все равно я вижу, что в некоторых местах моя эмаль начинает темнеть от разных красящих напитков, и полоски от Rigel помогают мне поддерживать чистоту и белизну моих зубов. Большое их преимущество в том, что здесь в составе нет перекиси, они очень деликатные. Зубы становятся чуть светлее уже даже после первого применения. На одно применение вам понадобится две полоски, одна на верхние зубы, одна на нижние. На курс применения нужно две упаковки. Полоски Rigel, кстати, производятся в Великобритании, и у них еще очень приятный мятный вкус. У Rigel сейчас очень крутая акция продолжается. Можно купить три пачки полосок по цене одной. Сколько еще продлится эта акция, я не знаю, но точно знаю, что она ограничена по времени, и количество товара тоже по ней ограничено. Поэтому, если хотите попробовать, поторопитесь. Ссылочку я оставлю внизу в инфобоксе. Все, переходим к умыванию. И для вечернего умывания у меня есть несколько продуктов. Если у меня в этот день был не особо активный макияж или вообще не было макияжа, тогда я использую пенку для умывания. Мне очень нравится вечером использовать пенку от Хеймиш. Называется она All Clean White Clay Foam. Это пенка для умывания с белой глиной. Хеймиш — это корейский бренд. Она у меня же, кстати, давненько, но все никак не закончится, потому что тут вот на одно применение нужна прям вот такусенькая горошинка. И из этой горошинки получается довольно много пены. Хотя здесь всего лишь 150 грамм. Казалось бы, не так-то и много, но очень экономично расходуется. Это очень классная пенка для тех, у кого жирная, проблемная, комбинированная кожа. Для сухой, для нормальной я ее рекомендовать не буду. Мне кажется, что для вас она будет жестковата. Но вот для жирной, проблемной, для комби-кожи, для вечернего умывания самое то, особенно сейчас на лето, когда вообще очень активно забиваются поры из-за жары, из-за активного саловыделения. В общем, люблю ее, классная. Если у меня был прям активный макияж в этот день, то тогда я люблю использовать не пенку для умывания, а энзимные пудры. У меня сейчас в ходу две энзимные пудры. Одна от Белиты, я уже про нее тоже рассказывала, и, по-моему, неоднократно даже. Это очень бюджетная, но классная энзимная пудра. Она вообще, по-моему, рублей 150-200 стоит, если мне не изменяет память. Как и все от Белиты, у Белиты все дешевое. Здесь у нас пудра очень мелкого помола, она прям как детская присыпка, очень-очень такая мелкофракционная. Что такое энзимная пудра? Это порошочек, который вы в ладошке размыливаете вместе с водой, он превращается в пенку такую нежную, мягкую, и этой пенкой, соответственно, вы умываетесь. В чем преимущество энзимной пудры по сравнению с пенкой для умывания? Энзимы обладают отшелушивающим, обновляющим действием, то есть вы не просто умываетесь, вы также еще мягко отшелушиваете ороговевшие клеточки вашей кожи. Есть также у меня чуть более жесткая энзимная пудра от корейского бренда Tosavun. Эта пудра уже такая более крупнодисперсная. Здесь уже порошочек похож по консистенции не на детскую присыпку, а на стиральный порошок, наверное, что-то ближе к стиральному порошку. И при растворении с водой он не превращается прям совсем в суперделикатную пенку, все равно немножечко частички этого порошка остаются. Поэтому эта энзимная пудра чуть более такая грубая, чуть более жесткая, чем эта. Но вот это, кстати, более глубоко очищает поры, чем это. То есть тут как бы и та классная, но они разные. Этой энзимной пудрой от Tosavun я стараюсь очень часто не пользоваться, ну где-то, наверное, в среднем 2-3 раза в неделю. Это максимум. Этой я могу пользоваться хоть каждый день, потому что она прям такая деликатненькая. Следующий этап — это, конечно же, тонизирование. У меня сейчас в вечернем уходе 2 тоника, я их чередую в зависимости от состояния кожи на данный момент. Начну с вот этого тоника от бренда Bilenda. Это, по-моему, польский, да, это польский производитель. Этот тоник я купила недавно, это моя недавняя находка, ну как недавно, уже, наверное, где-то недели 3 я им пользуюсь.
Это тоник антиакне для проблемной кожи. Купила я его тогда, когда меня в очередной раз обсыпало, и мне понадобилось какое-нибудь такое вот противовоспалительное, заживляющее средство. Здесь классный состав. Здесь в составе есть ниацинамид, есть миндальная кислота, азелаиновая кислота и пантенол. То есть он и увлажняет кожу, и при этом оказывает противовоспалительное действие на высыпание. Летом с кислотами надо быть поаккуратнее, обязательно использовать SPF, если вы пользуетесь чем-то кислотным летом. Тоник номер 2, который я использую в тех случаях, когда у меня нет никаких высыпаний на коже, это тоник от корейского бренда IZZ из линейки Anyone. Это успокаивающий, увлажняющий тонер. Очень нежный, очень деликатный, классно увлажняет кожу, классно снимает с кожи какие-то неприятные ощущения, раздражение, покраснение. Ну, в общем, он успокаивающий, он действительно успокаивает кожу. И мне очень нравится его запах. Очень приятно пахнет каким-то то ли розмарином, то ли шалфеем, какой-то такой травкой. После тонизирования я наношу на кожу сыворотку и стараюсь это делать довольно быстро, пока тонер еще полностью не впитался в кожу и кожа не стала сухая, чтобы кожа была влажненькая. Вот когда кожа влажная, серум впитывается гораздо лучше и лучше воздействует на кожу. Серум у меня сейчас от бренда AnyOne, точнее от бренда IZZ, так же как и тонер. Это два продукта из одной линейки. AnyOne Recovery Serum – это увлажняющий, успокаивающий, восстанавливающий серум. Классно увлажняет кожу, очень быстро впитывается, не оставляет на лице какой-то неприятной липкости или пленки. Люблю этот серум, у меня уже тут не очень много его осталось, прям с удовольствием пользуюсь. После серума я наношу на лицо либо крем ночной, вечерний, либо масло для лица. Масло для лица я использую не каждый день, а где-то 2-3 раза в неделю. Не рекомендуется использовать масла для лица ежедневно, потому что масла кожу не увлажняют, масла кожу питают. И они помогают запереть влагу в коже, это да, но сами по себе они не обладают увлажняющими свойствами, поэтому каждый день масла использовать в своем уходе не надо, вы просто свою кожу пересушите. Да, вы ее напитаете, но увлажнения ей будет не хватать. Масла использую 2-3 раза в неделю. У меня есть два любимых масла. Одно – это мое любимое масло на протяжении уже очень-очень многих лет. Это масло лотоса от бренда Clarins. Это масло разработано специально для жирной кожи. Оно очень легкое, оно совершенно не забивает поры, обладает таким противовоспалительным эффектом. Если есть какие-то воспаления, я абсолютно без страха наношу это масло, потому что я знаю, что оно точно мне эти воспаления не усугубит, а наоборот успокоит. И я замечаю, что с этим маслицем у меня становятся чуть уже поры. Звучит очень прям вот удивительно, да, казалось бы, как масло может повлиять на сужение пор. Но на самом деле есть такой эффект, и его замечаю не только я. Это масло любят очень многие девушки с жирной комбинированной кожей, и многие на себе этот эффект отмечают. Обожаю его, на одно применение нужно прям немножечко продукта, где-то 3-4 капельки. Больше я не наношу, чтобы не было слишком-слишком жирно и масляно. 3-4 капельки на ладошке, и в ладошках вот таким образом распределяю и такими вот прикладывающими движениями наношу масло на кожу, чтобы оно хорошенько впиталось. То есть я его не размазываю, а как бы вот так вот припечатываю к коже. Следующее масло — это масло от бренда Pixi, называется оно Rose Oil Blend, и это масло более такое питательное, если сравнивать с маслицем Clarins. Поэтому это масло я использую еще реже, чем масло от Clarins. Это я обычно использую, когда чувствую, что моей коже прям не хватает питания, когда хочется прям хорошенько напитать кожу, тогда я прибегаю именно к нему. На одно применение тоже нужно 2-3 капельки. Оно чуть более жирненькое, чем маслице от Clarins, но тоже не могу сказать, что оно какое-то плотное, что оно как-то очень долго впитывается, лицо потом после него как жирный блин. Нет, абсолютно нет. Оно тоже быстро впитывается.
не остается на лице какой-то жирной пленки, но ему нужно чуть-чуть больше времени впитаться, чем маслицо от Clarins. В общем, оно такое более питательное, чем это. С маслами понятно, теперь давайте перейдем к крему. Сейчас у меня в ходу только один ночной крем, это крем Anyone Recovery из той же линейки, что тонер и сыворотка, о которых я говорила ранее. Этот крем очень легкий, у него такая кремово-гелевая консистенция, это крем-гель, он очень быстро впитывается, не оставляет после себя неприятные пленки, приятненько пахнет травками, хорошо увлажняет кожу и успокаивает. То есть его основное действие — это увлажнение и восстановление кожи. Сейчас лето, на ночь у меня идет просто замечательно. Когда было попрохладнее, я его и утром использовала, и вечером по-разному. Но сейчас я его использую только в вечернем уходе. Для утреннего ухода у меня более легкие продукты, которые направлены на регулирование себовыделения в Т-зоне. В общем, сегодня, короче, ладно, не про утренний уход, не буду сейчас уходить в эту тему. В общем, вечером сейчас использую вот этот крем-гель, хорошо мне подходит. Так, далее, что после того, как я нанесла на лицо масло либо крем, я наношу крем на зону вокруг глаз. Это обязательный этап. Я сейчас использую крем от Clinique All About Eyes Rich. Этот крем есть у Clinique в разных вариациях. Есть более легкая такая кремово-гелевая версия. Я выбрала себе версию Rich. Она более плотненькая, такая более маслянистая, что ли, более питательная. На ночь то, что надо. Днем я использую более легкий крем для зоны вокруг глаз. Впитывается он не очень у меня быстро. Ему нужно где-то, ну, наверное, минуточек 30-40, чтобы этот крем хорошенько впитался. И потом, когда он полностью впитывается, эффект классный. Сразу все вот морщинки от сухости, которые появляются, они все сразу моментально заполняются, сглаживаются. И мне нравится, что даже несмотря на то, что этот крем довольно такой плотненький, жирненький, у меня от него не отекают веки по утрам. Это для меня гипер важно, потому что у меня такое бывает со многими кремами для зоны вокруг глаз, что у меня прям отекают веки, утром просыпаюсь, у меня очень опухшие глаза. С ним такого нет, хотя я его наношу и на подвижные века в том числе. Ну, конечно, стараюсь на зону ресничек крема не наносить, чтобы они не попадали на слизистую глаза. А вообще, само веко тоже нуждается обязательно в увлажнении. Мы наносим сюда тени, мы потом здесь проходимся мицеллярной водой, и, конечно, эта зона тоже у нас иссушается, ее обязательно нужно увлажнять, хотя многие игнорируют века и наносят крем только под глаза, я же наношу и на веки в том числе, но на веки прям вот совсем чуть-чуть остаточки буквально, которые у меня остались на пальчиках, аккуратненько, так, чтобы не попадать в сам глаз. Так, и что у меня тут еще осталось? Осталось у меня масло для бровей, масло Усьмы. Я сейчас опять начала им пользоваться, потому что я себе тут неудачненько нанесла маску-пленку для лица, которой я вырвала себе основание одной брови. Ну, не полностью, но прям плешка там такая образовалась, поэтому я сейчас начала восстанавливать свои брови, и масло Усьмы — это просто великолепное средство для того, чтобы отрастить, восстановить брови. Про вечерний уход, в общем, девчонки, все. Пишите в комментариях, если хотите посмотреть про мой утренний уход. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и прояснило для вас ситуацию с моим уходом, что и как, зачем и для чего я использую. Буду благодарна за поддержку, жду ваши пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я вас обнимаю, до встречи в новых роликах, пока-пока!